что ты выходишь на прогулку с родителями. Или в супермаркет, или куда-то еще. Ты начинаешь бегать, играться. Тебе так здорово и весело. И вдруг ты оборачиваешься, смотришь по сторонам и не находишь своих родителей. Ты понимаешь, что потерялся. Что же тебе делать? Первое правило. Если ты потерялся на улице, в супермаркете или торговом центре, оставайся на месте. Никуда не иди. Скорее всего, твои родители уже ищут тебя и скоро найдут. Оглянись по сторонам и громко позови своих родителей. Возможно, они где-то рядом и смогут услышать тебя. Мама! Мама! Еще ты обязательно должен знать свое имя и имена родителей, их номера телефонов и свой домашний адрес. Правило второе. Ты можешь обратиться за помощью к трем людям. К человеку в форме, продавцу в магазине, охраннику, дежурному в метро, еще к полицейскому. И третий человек – женщина с ребенком. Запомни эти правила и будь всегда очень осторожным и внимательным. Дина, вот ты где, я тебя нашла, моя девочка любимая. Хорошо, ты молодец, что ты стояла на месте. Если бы ты ушла куда-нибудь меня искать, мне было бы сложнее. Ты молодец, Леночка. А, и кстати, если понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся. Всем пока, удачи!